Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это устройство Sony Xperia 10 Mark II. И сейчас я покажу, как на этом девайсе выполнить полный сброс абсолютно всех данных, используя лишь стандартное меню настроек. Итак, вначале открываем приложение «Настройки», спускаемся в самый низ меню и нажимаем на самый последний пункт «Система». Затем выбираем пункт «Дополнительно», «Сброс настроек», и самый последний пункт – удалить все данные. Читаем, какие данные удалятся, написано здесь, то есть удалится вообще абсолютно все. И нажимаем «Удалить все данные». Подтверждаем свой пароль экрана блокировки, если у вас таков имеется. И удалить все данные. После этого нужно будет подождать около 4-5 минут, ваш телефон перезагрузится, и все. В принципе, все данные будут стерты, осталось только настроить телефон. Ну что ж, вот и все, телефон полностью сброшен. Осталось только провести первоначальную настройку. Ну, это уже предоставляем вам. Ну, либо же, конечно же, можете посмотреть наше видео о том, как это сделать. Но, в принципе, там сложного ничего нет. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если у вас возникают какие-то вопросы, и вы подписчик нашего канала, задавайте их в комментариях. Будем стараться отвечать как можно скорее.